27-річна Вероніка Черненко два тижні тому переїхала з Миколаєва до Києва. Вона живе сама, бо досі гнівається на молодшу сестру, яка кілька років тому вийшла заміж за її нареченого. Вероніка все ще кохає Саміра, тож тривалий час уникала поїздок до Києва. Але нещодавно дівчина отримала підвищення на роботі, і її запросили працювати до київського офісу компанії. Якось за обідом в одному ресторані, куди Вероніка прийшла із колегами, дівчина бачить свою сестру Ганну з іншим чоловіком. Несколько лет назад Аня увела мене любимого чоловіка. Для чого? Щоб змінять йому? Я думаю, Саміру буде інтересно узнати, чим займається його драгоценна жонушка. Вероніка негайно вирішує стежити за сестрою, щоб переконатися, що та зраджує чоловіка. І те, що дівчина бачить, не залишає в неї ніяких сумнівів. Її Самір ошуканий. 24-річна Ганна не знає, що її сестра тепер у Києві. Натомість у Вероніки відразу виникає план помсти Ганні і непереборне бажання повернути коханого. Дівчина бачить Саміра і з жахом розуміє, його дружина і мати його 5-річного сина чинить перелюб із його друзями, а чоловік про це нічого не знає. Ні, я, звісно, все могла представити, але щоб так нагло зміняти мужу з його другом, така мила, добра, а сама. Вначалі жениха у мене відбила, а потім рога йому наставляла. Самір не заслужував такої жени. Наступного дня за Ганною знову стежить Вероніка. Сестри не бачили 6 років. Аня, стой! Ні, ну це взагалі. Вона ж сама мені в ноги падала, умоляла простити. А тепер що? Просто збіжала від мене? Якщо я ще раніше сумнівалася, то тепер уже ні. Я достану доказательства її змін і відкрию глаза Саміру. Вероніка Черненко бере на роботі відпустку на тиждень, щоб стежити за молодшою сестрою. Дівчина підозрює Ганну у зраді своєму заможному чоловікові. Вероніка бачить сестру з її маленьким сином. Видно, що вони щасливі, але щонайменше Ганна поводиться дивно. Тільки-но вийшла на прогулянку з дитиною, як раптом після дзвінка біжить назад. І за 10 хвилин виходить знову. Вероніка спантеличена, але вона має реальні докази. Її сестра повія. Я нічого не могла зрозуміти. Анька что, постоянно встречалась с разными мужчинами? Она что, оставляла Даньку одного дома? Я должна была убедиться в этом, чтобы рассказать Самиру. И дело тут не только в моем желании отомстить. Перед тим, як поговорити із Саміром, Вероніка хоче зібрати якомога більше доказів. Жінка знову приїздить до будинку сестри. Вона хоче переконатися, що Ганна – негідна дружина, і що заради коханців вона дозволяє собі залишати 5-річного сина вдома самого. Здравствуйте, ви кому? Здравствуйте, а як вам? Є у вас пару хвилин? А що ви хотіли? Понимаете, мене тут сім'ю нову пригласили працювати. Я хотіла узнати побільше. Можна я пройду? Няня, значит? Да. Ну что ж, проходите. Болтать много не буду, а то уволят. Да и не надо. Понимаете, я от предыдущего своего клиента еле сбежала. Мальчик такой неуравновешенный попался. Хоть родители хвалили его, а он бил меня, кусал. Что вы, кусал? Прям-таки зубами? Да, иногда пальцы до крови прокусывал. Ай-яй-яй. А родители что? Ничего, некогда было это все обсуждать. Сказали, что я сама должна ребенка воспитывать. Там, может, и так, но я ушла от них. Вот теперь к Данику пригласили поработать. Но я решила побольше узнать, потому что на собеседовании одно, а на деле совсем другое. Ужас! А что делать, когда хорошие деньги платят? Надо молчать и выполнять свою работу. С Даниэлем у нас все будет хорошо. Он у нас тихий, спокойный мальчик. А что с его предыдущей няней? Какой предыдущей? У него нет никакой няни. Это он с матерью сидит. Но мать же все время уезжает. Не буду я с вами его мать обсуждать. Только хочу вам сказать, соглашайтесь. Хороший мальчик. Жаль его. Надо посмотреть хоть кому-нибудь за ним. Да и не надо обсуждать. Скажите только, а родители хорошие? А то вы знаете... И психи тоже попадаются. Да кто их знает? Может, и хорошие. Кто их знает? Да, некогда мне с вами лясы точить. Спасибо большое. Я подумаю. Подумайте, подумайте. Да. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Счастливо. Может, и не надо было языком болтать. Да жалко ребенка. Отца дома не бывает. А мать шалава. Постоянно с мужиками путалась. И все с разными.
Вероніка не знає, де подітися. Усі ці дні вона думає лише про вкрадене сестрою кохання, яке вже стільки років вона не може відпустити. Дівчина упевнена, вона зустрінеться із Саміром і відкриє йому очі на Ганну. Але перед розмовою з ним Вероніка має знати, чому Ганна так боїться зустрітися з нею. Аня, стой, пошла вон. Стой, поговорить надо. Я не хочу с тобой разговаривать, как ты нас нашла. Это не так сложно, как ты себе думаешь. Тебе что, делать больше нечего, чем ты за нами шпионишь? Так как ты смеешь языком ляпать после всего, что ты сделала? Да ты что, ты мне не указ, понятно? А куда уж нам? Действительно, куда уж вам? Знаешь что, не хочешь говорить ты, поговори с Самиром. Только попробуй, стерва. Я тебя задушу своими собственными руками. Да ты вообще рехнулась, это он тебя убьет, когда узнает, что ты малого оставляешь дома и прыгаешь с мужиками в постель. Об этом я тоже Самиру скажу. Только попробуй. Предупреждаю, ты об этом очень пожалеешь. Вали, пока я добрая. Я в шоке. Анька после свадьбы умоляла меня, прощения просила. А теперь мало того, что послала, еще и ударила меня. Я должна поговорить с Самиром. Сьогодні Вероніка вирішує нарешті поговорити із Саміром, зі своїм колишнім коханням. Дівчина нервується. І не лише тому, що збирається розповісти йому правду про його дружину. Вероніка не бачилася з Саміром цілих 6 років. Відтоді, як він оженився на її сестрі. Ганна вкрала в неї кохання, всього її життя. А таке не пробачають. Самир. Ніка? Привіт. Що, не узнав? Я не вірю своїм глазам. Ти ще красивіше, чим була, якщо це можливо. Ти правда так думаєш? Ти ж знаєш, я завжди говорю правду. Но какими судьбами? Самир, поговорить нужно. Так пройдем в дом. Аня накроет на стол. Нет, давай без Ани. О ней будем говорить. Об Ане? Да. Тогда присядем в машину. Пойдем. Вероніка розповідає Самірові правду про його дружину. Що вже декілька днів, як вона невпинно стежить за Ганною, щоразу бачить її з іншим чоловіком. І що сестра дозволяє собі залишати маленького сина самого. Але спокійна реакція Саміра на почуте дивує дівчину. І що, ти це все терпиш? Ну чому? Неужели ти її так любиш? Ніка, вона мать моєго дитина. Ну ти її любиш? Це вже не важливо. Она пережила послеродовую депрессию. Очень жестко. Нет, Самир, это важно. Ника, о какой любви может идти речь? О какой любви может идти речь? Я лечил ее у психиатра. Вроде как все наладилось, но теперь у нее опять приступы. Ей кажется, что она никому не нравится. Ей кажется, что она никому не интересна. Вот так она самоутверждается. Что? Именно. Я терплю, потому что она мать моего ребенка. И еще. Прости меня, пожалуйста. За что? Идиотом был. Я должен был на тебе жениться. Повелся сам не знаю на что. Сам не знаю зачем. Прости меня. Если бы ты знала, сколько раз я уже об этом пожалел. Я тоже. Мы еще сможем увидеться. Ты действительно этого хочешь? Да, хочу. А ты? Ну, ведь Аня моя сестра. Я тебе позвоню. У тебя номер прежний? Да, все тот же. Хорошо, Ника. Мне надо бежать. Аню дома нельзя саму оставлять. Как бы она глупости не натворила. Я была потрясена. Самир обо всем знал и молчал. Он вел себя очень благородно, как настоящий мужчина. Вероника красавица. Я ее очень любил когда-то. Я просто не мог тогда на ней жениться. У нас бы ничего не вышло.
Після зустрічі із Саміром Вероніка розуміє, що почуття до цього чоловіка в неї не вщухли. Але раптом через день досить несподівано дівчині телефонує сестра і просить зустрітися. Вероніка не хоче бачити Ганни, утім та наполягає. Здравствуй, Ніка. Що тобі треба? Мені треба поговорити про Саміра. Да ти що? А я думала, ти рецепт бабушкиних блинів вирішила узнати. Ніка, послухай. А ти мене слухала? Послала нафіг і ділов? Може ти мені тебе послати? Ніка, я ж просила тебе, не приїжджай к нам. Ах, це ти мене просила? Хто би мог подумати? Ніка, послухай, може я неправильно виразилась? Ти пойми, тобі краще не приближатися ні ко мне, ні к Саміру. Я знаю, що я говорю. Я видела, как вы разговаривали в машине. За счастье свое семейное боишься? За какое счастье, Ника? Что за глупости ты говоришь? Уезжай, пока ты целая. Ты меня утомляешь, хватит уже угрожать. Я не угрожаю, я только предупреждаю. Ника, будет очень все плохо. Да что плохо? Хватит загадок, говори. Ника, пойми, тебе лучше уехать. Я тебя очень прошу, уезжай. Что это? Ника, не важно. Что это такое? Ника, не важно, уезжай отсюда, прошу тебя. Я не понимала, откуда у Ани такие страшные синяки. Самир не мог этого сделать. Это полный бред. Я его знаю. Я ни в чем не была уверена, кроме одного. С сестрой происходит что-то страшное. Ее надо спасать. Я очень надеялась, что смогу повлиять на Нику и убедить ее не лезть туда, куда не надо. Но она всегда отличается своим характером. Після розмови із сестрою, а особливо після побачених синців на її руках, Вероніка усвідомлює, що досі вона бачила лише вершечок айсберга сімейної драми Ганни та Саміра. Стоять, ми ще не закінчили. Чого? Стоять, я сказав. Не трогай мене. Ну, тепер ти свободна. Аня, Анечка. Если бы у меня не было Даниэля, я бы давно с тобой покончила. У меня не хватало сил терпеть это все. Я ненавидела Самира, я ненавидела свою жизнь, я ненавидела себя. Мне оставалось потерпеть совсем чуть-чуть, а Вероника могла все испортить. Вероніка, яка щойно біля під'їзду застала сестру з черговим коханцем, бачить, що її Ганна втрапила у страшну біду. Сама собі вона не зможе зарадити. Недовго думавши, Вероніка вирішує діяти на власний розсуд. Ніка, що ти здесь делаешь? Просила тебе больше не приїжджати. Собирайся. Бери Даніка і собирайся. Куда? Я тебя спрячу. Бери Даніка, собирайся. Ніка, Ніка, я тебя прошу, он сейчас приедет. Самир сейчас приедет и нас убьет, ты понимаешь? Хватит причитать. Бери вещи, собирайся. Где Даник? Даник. Даник. Солнышко, мы сейчас поедем в гости к тете Нике, хорошо? Привет, Даник, поедешь ко мне в гости? Я твоя тетя Ника. Курточка. А она кто? Это Данечка, я тебе потом расскажу, хорошо? Давайте, быстро. Пойдем. Мне надо было это сделать давным-давно, но я боялась, что могу все окончательно испортить. Я боялась не за себя, за Даниэля. Ведь для Самира даже родной сын ничего не значит. Самир не знал, где я живу. Пару дней Аня с Даниэлем пожили бы у меня. А потом мы бы решили, как быть дальше. За 6 років Ганна вперше йде від свого чоловіка, не сказавши йому ні слова. Вона боїться. Жінка впевнена, що зробила фатальну помилку, коли пішла з дому. Цим вона накликала біду не тільки на себе. Що? Что такое? Поиграй. Я же сказала, я не хочу играть. Играй сам, ты взрослый мальчик. Даня, малыш, пойди принеси свой конструктор, мы с тобой поиграем. Беги. Ты чего на него орешь? Он что, не может вести себя нормально? Да он же маленький еще, ну чего ты дергаешься? В этом все ты виновата. Мне осталось потерпеть всего 2 месяца. А теперь он убьет меня? И неизвестно, что сделать с Даней. Да не убьет тебя никто, успокойся. Пойди поспи или поешь, бродишь уже сутки. Я не хочу есть. Я не хочу спать. Я хочу просто, чтобы это все закончилось. Что все? Все. И вообще, в этом всем виноват Самир. В чем виноват? Да в том, что я вот такая. Это он. Это он это звонит. Это всего лишь телефон. Не бери трубку. Это он звонит, он за мной придет. Это с работы, тише ты. Алло? Привет, Самир. Аня? Нет, ее нет.
А что случилось? Пропала? А в милицию? 3 дня? Понятно. Сегодня вечером, думаю, смогу. Да, пока. Самир пригласил меня в ресторан. Мне пришлось согласиться, чтобы он ничего не заподозрил. Стыдно признаться, но я согласилась с удовольствием. Их жизнь с Аней не ладилась, и у меня был шанс на счастье. Я так и знала, что не надо ехать с сестрой. Я чувствовала, что все это закончится плохо. Вероніка погоджується на зустріч із чоловіком сестри, попри вмовляння і попередження Ганни, що він хитрий і небезпечний тип. Дівчина не хоче викликати підозру в Саміра і дати йому привід думати, що це вона причетна до зникнення його дружини. Того самого вечора вони домовляються зустрітися в ресторані у центрі міста. Здравствуйте. Яка ж ти красива. Роза, моя любимая, ты не забыла? Конечно. Давай покажу. Присаживайся. Кстати, я взял на себя смелость сделать заказ. Я надеюсь, твои вкусы не изменились. Есть какие-то новости от Ани? Нет. Я обзвонил всех ее подруг. Звонил вашим родителям. Ее нигде нет. Консьержка сказала, что она уехала из дому с Даниэлом и с какой-то женщиной. Так что я не очень волнуюсь по этому поводу. Ее не украли. Она где-то прячется. Но почему ты думаешь, что она прячется, Самир? Она не хочет лечиться. Понимаешь? Но она прекрасно знает, что я ее могу заставить это сделать. Я уже договорился с врачами, чтобы положить ее в больницу. А зачем ей в больницу? Она составляет опасность как для себя, так и для окружающих. Когда у Ани приступы, она кричит на Даню, даже бьет его. Ведет себя странно, то смеется, то рыдает. Может быть, ей лучше сейчас без тебя, да и тебе тоже. Вы успокоитесь, полечите нервы. Нет, не будет. Как же ты не понимаешь? Она больна. Если выпустить больных людей из психушки, им будет лучше самим? Скажи мне. Нет. Она составляет опасность для окружающих людей. А с ней еще и Даниэл. О нем я тоже должен думать. Да, конечно, я тебя понимаю. Если бы ты знала, как я от этого всего устал. Поехали. Куда? Сейчас увидишь. Поехали. Я не была уверена, что поступаю правильно, но все было действительно так, как говорил Самир. Один в один. Без жодної ноти сумніву Вероніка везе Саміра до себе додому. Її щирі наміри врятувати сестру за мить для усіх обернуться на страшні проблеми. Самір? Ніка, що ти зробила? Зачем ти його сюди привела? Аня, давай собирайся. Ні, я нікуди не пойду. Нужно к врачам. Не надо к врачам, я здорова, не трогай, забери от меня свои руки. Аня, тебе нужна помощь. Нет, ты истерва, я тебе доверилась, это ты, я ненавижу тебя, ненавижу. Аня, послушай, Аня. Успокойся, дорогая. Не трогай меня, не трогай, зачем, он меня убьет. Дорогая, успокойся. Я сделала именно так. Я тебя ненавижу, забери от меня свои руки. Теперь ты видишь, где Даниэл? Спит в другой комнате. Я отведу ее сейчас в машину и вернусь за ним. А тебе лучше пока ни с ней, ни с ней не общаться. Но почему? Так будет лучше для всех. И для тебя тоже. Господи, как же я могла сама не заметить, что Аня больна? Я поверила ее словам, синякам, ожогам. И даже не подумала, что это могли сделать ее любовники, а не Самир. Я була наївною дурою. Після того, як Самір забрав Ганну з Даніелем додому, Вероніка не перестає хвилюватися за сестру. Уже кілька днів телефон Ганни не відповідає. Самір також не бере слухавки. Дівчина хоче будь-що дізнатися, що ж коїться насправді. Аня! Анечка! Стой! Ти добилась свого? Довольна? Боже, хто тебе так? Какая тебе разниця? Аня, я хочу поговорить с тобой. Забери ее отсюда, пожалуйста.
Уйди. Анечка. Уйди, я сказал. Да что тут у вас такое происходит? А это кто такая? Не переживай, сам разберусь. Уйди, я сказал тебе. Быстро. Послушная девочка. Слушай, я Аня, машину. Аня, помогите. Ты куда мою сестру забиваешь, дурак? Подойди, сказала. Да, помогите, сказал. Пожалуйста. Аня, Аня. Ты что, не понял? Это... Иди отсюда. Анечка. Уехала она. Стой. Я не понимала, зачем приехала Ника. Чтобы убедиться, что мне хуже некуда, я ненавидела ее за предательство. У розпачі Вероніка починає шукати вихід із ситуації, у якій опинилась її молодша сестра. І як це не прикро, не без її допомоги. Дівчина йде до центру у справах жінок. Так а що мені робити? Аню заперли вдома, їй приставили охранника, муж забрав у неї телефон. Можу порадити вам звернутися до хорошого адвоката. Ви дійсно вважаєте, що адвокат може боротися з мафією? Не зовсім, але адвокат – це одна історія, але в вашій ситуації оптимальний варіант негайно звертатися в міліцію. Але судячи з усього, ви цього ще не зробили? Да уж, ми знаємо, як допомагає наша міліція. Ну, дарма ви так це говорите. Раптом, якщо ви вирішите змінити свою думку, я вам зможу дати контакти. Ну, давайте тоді. Ви впевнені? Да. Будете звертатися в міліцію? Обов'язково. Гаразд. Похоже, что милиция была моя единственная надежда. Хотя я скептично к ним отношусь, но другого пути у меня не было. Цій молодій нещасній жінці, Ані, насправді дуже пощастило, що вона має таку бойову сестру. Завдяки таким людям страх зникає. Вероніка вирішує не відкладати справу на завтра. І вже за годину дівчина опиняється біля міліційного відділку. Вона не надто вірить, що міліція відразу кинеться допомагати. Таке буває тільки в кіно. А її історія – це жорстока реальність. Здравствуйте. Здравствуйте, Вероника. Можна? Я от Антоніни Серафімовни. Да-да, звонила. Присаживайтесь, що у вас? Моя сестра, понимаете, муж заставляет заниматься ее проституцией. Вот так прямо заставляет? Да, он подкладывает ее под своих друзей каких-то. Угу. А сейчас я вообще не могу с ней поговорить. Угу. Он охранника нанял. И вообще-то я сама во всем виновата. Женщина, ну не расстраивайтесь вы так. Не надо. Вы лучше расскажите, к вашим словам, какие у вас есть доказательства? Да какие доказательства? Я же вам говорю. Детский сад, ё-моё. Вы говорите, да? А вдруг вы его оговариваете? Может, счастью чужому завидуете? А он может оказаться примерным, порядочным гражданином. Тогда что? Что мне делать? Да? Да откуда я знаю, что вам делать? Пусть жертва сама приходит, пишет заявление. Вот тогда и будем рассматривать. Понятно. Спасибо. Да не расстраивайтесь вы так. Приводите сестру, тогда и поговорим. Идиот какой-то. Я ему говорю, что сестру дома закрыли, а он хочет, чтобы я ее привела. Никто работать не хочет. А мне что делать? Я должна была сама придумать, как спасти сестру. Після останніх невдач Вероніка опановує себе і розробляє план порятунку сестри. Перша його частина – змінити себе до невпізнаваності, аби ніхто з оточених Саміра не зміг її запідозрити. Кілька днів Вероніка від самого ранку приходить у ті місця, де може бути її рідна сестричка. Вона чекає влучного моменту, щоб повернути довіру Ганни і витягнути її разом із сином із халепи, в яку сама ж і втягнула. Ти бачиш? Хочеш ігрушку? Да. Бачиш того дядю і тітю? Да. Ти їх знаєш? Знаю. Це Далік з мамою, а дядю я не знаю. Вот и хорошо. Держи записку. Передай, пожалуйста, тете Ане. Только так, чтобы не видел дядя. Хорошо? Угу. Мы играемся в шпионов. Да. Держи. Беги. Я получила записку от Вероники, но я боялась ей поверить. А вдруг она меня опять хотела подставить? Я очень-очень боялась, что Самир заберет моего мальчика навсегда. После всего я боялась Самира. Мне было страшно, что я опять что-то сделаю не так, и Аня с Даниэлем пострадают.
Після того, як Вероніці вдалося передати записку сестрі, вона вирішує не чекати на її рішення, а діяти далі. Тому дівчина домовляється про зустріч з адвокатом. Вероніка усвідомлює, що не варто нехтувати будь-якою можливістю, аби чим швидше допомогти Ганні. Того, що ви розказали, вполне достатньо, щоб не тільки розвести вашу сестру з мужем, але й вислати його з країни. Єдине, потрібні доказательства. У вас є доказательства? Ну, які доказательства? Опять вони? Ну, нет їх, крім моїх і Аніних слов, їх нет. Міліції мене взагалі послали. Ну, согласитесь, составу преступления як такового нет. Поэтому не имели на это некоторые основания. А синяки, ожоги? А синяки – это не доказательство. Может быть, она сама их себе поставила. Или любовники наградили. Понимаете, этого никак не определишь. Ну а что теперь мне делать? Так и будут меня посылать туда-сюда. Давайте поступим так. Прежде всего, нам нужно освободить вашу сестру из рук мужа. Я со своей стороны начну немедленную подготовку к бракоразводному процессу. Единственное, мне необходимы заявление и согласие вашей сестры. Хорошо, давайте попробуем. Давайте. Спасибо вам большое. Удачи вам. Спасибо. До свидания. Ну, хоть кто-то меня поддерживал. Теперь самым главным было вырвать Аню с Даником из рук Самира. І щоб Аня мені повірила. Кілька днів Вероніка невпинно стежить за магазином, який указала в записці. Якщо Ганна сюди прийде, отже вона їй повірила і готова на радикальні дії. То и сюда со мной пойдешь? Ганна зробила все так, як просила в записці Вероніка. Дівчина розуміє це, коли бачить, як сестра полишає магазин. У крамниці Вероніка хапає першу ліпшу сукню і стрімголов летить до примірочних. Оскільки вони з сестрою не могли заздалегідь домовитись, у якій із кабінок Ганна залишить ключі, Вероніка зазирає в кожну. Ой, извините, девушка. Врёшь. Ты что, с ума сошла? Я ходила за вещами, и вот теперь мне нужно переодеваться. Это моё место, куда ты лезешь? Что происходит? Я мучаю такого. Эта нахалка заняла моё место. Я здесь стояла. Я просто ходила за вещами, понимаете? Девушка. Вот ей предлагайте, а я хочу это. Как это? Это моё место. Эта девушка была первая. И ничего не знаю, я переодеваюсь. Я была первая. Да что у вас здесь происходит? Вообще, я могу предложить другую кабинку. Не надо мне другая, я хочу эту кабинку. А! Нахалка. Кошмар какой-то у вас тут. Слава Богу, Аня мне поверила. Ключ от квартиры у меня был, нужно было действовать немедленно, пока Самир на работе. Наверное, я сошла с ума, что снова поверила Нике. Но у меня не было выбора. Без ее помощи я бы не смогла убежать от Самира. У квартирі Ганни нікого немає, окрім малого Даніеля. Ганна із черговим другом свого чоловіка, Саміра, немає вдома. За планом, зараз треба встигнути забрати хлопчика. Ви кому? Я новая няня Даниэля. Помните, мы с вами встречались? Что-то я не припоминаю. Только Даниэль никого не велели пускать. Ну, может быть, вас забыли предупредить? Подождите, сам Самир мне сказал никого не впускать. Знаете, Самир очень занятой человек. Вот видите ключи? Он сам мне их дал. Да? Да. Ну, тогда хорошо. Цього разу Вероніка впевнена в своїх діях. Одного разу вона вже дуже помилилася. Але тепер дівчина твердо знає, вона забере Ганну з сином від Саміра за будь-яку ціну. І, здається, все йде за планом. Даня, Данечка, ти де? Мама, мам, ти вернулась. Це я, тетя Ніка. Пойдем со мной. Тетя Ніка, де мама? А мама ждет тебя.
тебя в другом месте, попросила меня забрать тебя. Одевайся, давай, миленький. Давай, одевайся. Вот так, молодец. Все, давай. Мамочка нас там ждет. Я хочу своего Винни-Пуха. А я тебе куплю нового Винни-Пуха. Хочешь? Я хочу своего. Я тебе два Винни-Пуха куплю. Да. Пойдем. Я даже не представляла, что Самир может все предусмотреть. Я боялась, что эта карга позвонит йому, і он примчиться і помешает мені. Поки Вероніка вдягала маленького племінника, консьєржка справді телефонує Самірові і в слухавку чує, що ніякої няні для Даніеля чоловік не наймав. Самір наказує не випускати цієї жінки з під'їзду. У вас та фігурка фірістка, я тебе узнала, ти тепер так по-другому подвідила. Та ви що, з ума зійшли? Я Данію няня, правда? Да. Здравствуй. Здравствуй, мой хороший. А ну оставь ребенка, сейчас милицию позову. Отойдите, пожалуйста, не мешайте мне работать. Аферистка, я не мешаю работать. Я сейчас милицию позову. А ну оставь ребенка. Да, ничего не кажу. Сейчас папа приедет, он будет минуточку. Ай, помогите, спасите, ребенка украли. Ой, помогите, спасите. Ой, ребенка украли. Ой, алло. Если бы так продолжалось, то милицию попала бы я, а не Самир. Но я шла ва-банк. Давай выпьем. А в цей час Ганна із черговим компаньйоном свого чоловіка. Вона ще не знає, що її дитина в безпеці. Тому дуже хвилюється, але не показує цього. Тепер справа за нею. А ти мене простиш? Не понял, а ей за что? Ну так, носик припудрить. І я з тобою, можна? Нет, шалунишка. Ну давай. Потерпи чуть-чуть. И что? А потом мы сделаем все, что ты захочешь. Обещаешь? Да. Ну хорошо, я тебя жду. Не задерживайся. Ты что, за мной сюда пойдешь? Пойду, если надо. Ну что? Есть опасность? Заходи, давай шутница. Ты что? Я думала, ты свечку еще подержишь. Если надо, то буду. Давай. Я мужу своему пожалую, что ты пристаешь. Как же меня тошнило от них. Хотелось поскорее в душ, чтобы смыть всю эту грязь. Я боялась, что наш план сорвется. Девчонки, слушайте, тут такое дело, батарея села. Можно позвонить? Что, загуляла? Есть немножко. Да возьми, конечно. Спасибо. Алло, здравствуйте. Будьте добры, машинку срочно на Мельникова... 83. На Мельникова 83. Да, да. Спасибо, спасибо. Спасибо, девчонки. Да не за что. Девчонки, а не поможете еще раз? Ну, тут мужчина заглядывал, вы да, видели. Странно, очень псих, да. Просто. Мне, в общем, надо как-то от него избавиться и незаметно прошмыгнуть. Поможете? Конечно. Без проблем. Спасибо, спасибо, девчонки. Ой, извините, пожалуйста, а можно спросить вашего совета? А вы не подскажете, что из этого ассортимента можно покрепче выбрать? Не знаю, не пью, спросить у бармена. Вы что, никогда не пили? Нет, спортсмен не пью. Яка доля чекатиме жертву сімейного насилля Ганну? Та чи зможе Вероніка покарати чоловіка-тирана рідної сестри? Сестри Вероніка та Ганна не бачилися 6 років після того, як молодша вкрала у старшої нареченого Саміра та народила йому сина. Та доля знову зводить сестер. Вероніка бачить Ганну з коханцем і розуміє, це шанс повернути свою колишню любов. Дівчина розповідає чоловікові сестри про численні зради Ганни. Самір переконує Вероніку, що Ганна психічно неврівноважена і її треба лікувати. Та все змінює перша за роки розмова сестер. Ганна звинувачує чоловіка в насильстві над нею. Вероніка вигадує
реалізує план порятунку сестри. Вона викрадає небожа Даніеля. Але чи вдасться їй вирвати сестру із кігтів чоловіка-тирана? А ви не підскажете, що з цього асортименту можна покріпче вибрати? Я не знаю, не пив спросити у бармена. Ви ж то ніколи не пили? Ні, спортсмен не пив. Ну, а я думала, спортсмени іноді да й випивають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що в глаз попав, мабуть? У мене лінзи. Господи, він слізиться у мене постійно, розумієте? Дівчинка, це ваша проблема. Мені ніколи з вами займатися. Спасибо. Я на роботі. Мужчина називається. Ужас. Нічого. У мене вже не було пути назад. Якщо б Самір мене поймав, він би убив мене. План Вероніки таки спрацював. У центрі, у справах жінок, Даніель разом із Веронікою чекають на Ганну. Вони ще не знають, чи вдалося мамі втекти. Тут вони деякий час зможуть бути у безпеці, бо найважче в цій справі, як виявляється, попереду. Вірно, вона зробила все правильно. Мама, мамонька, ти вернулась! Слава Богу! Спасибо. Мы не сможем поехать ко мне. Как? Ты же... Пойми, мы должны побыть здесь, в приюте, пока все не закончится. Ведь Самир знает мой адрес. Девчата, на горе уже все постелено, кімната готова, ходімте, я вас проведу. Подождите, мы же должны еще все обсудить с Сергеем Константиновичем. Милая, пойди с тетей, а я попозже прийду. Ну, давай. Мы пойдем на гору, не будем заважать дорослым. Спасибо, мы здесь посидим. Спасибо. Добре. Самир звонил? 20 пропущенных звонков. Вероника, я вам советую избавиться от телефона. По нему очень легко вычислить, где вы сейчас находитесь. Вы серьезно? Аня, а от вас мне нужно заявление. В идеале обратиться в милицию и написать заявление на вашего мужа. Я сделаю все, что вы скажете. У вас есть доказательства того, что ваш муж заставлял заниматься вас проституцией? Какие доказательства? Какие-то записи или кто-то из клиентов может это подтвердить. Да, клиенты подтвердят. И записи есть. Вы что, издеваетесь? Она же вся в синяках и ожогах. А у вас есть подтверждение, что эти синяки и ожоги оставил Самир? Нету. Да что же это такое? Ну вы же обещали мне. Не кричи. Ну неужели мы не можем прижать этого мерзавца? Ведь если мы его не посадим, он... Он убьет меня? І неізвісно, що зробить з Дані. Він вас не вб'є. Ви в нас і ви в безпеці. Не переймайтесь. У мене є ідея. Тільки я не знаю, хороша ли вона. Я цій жінці повірив одразу ж. Видно було, що вона жертва. Але я юрист, і мені потрібно було оперувати не чувствами, а фактами. Я вирішилась на це. Потому что мне уже нечего было терять. На кону стояли моя с Даником жизнь или Самир. На ніч Ганна з сином залишаються у центрі. Оскільки на вирішення справи юридичним шляхом потрібен час, а його в сестри немає, і ніхто не може гарантувати безпеку, жінка наважується ризикувати до кінця. Ти дійсно в цьому впевнена? Ти ж розумієш, що буде, якщо ти помилилась. Вместо одного Самира отримаємо цілих 5 на свою голову. Я впевнена. Он меня всегда считал полной дурой. Он разговаривал при мне по телефону громко, я забыла закрывать сейф. И когда разговаривал со своими партнерами, говорил им, что отдает деньги все за сделку. А сам пачками клал их в сейф. Ты это видела? Да. Видела, слышала, сейчас будет как в ментовке. А где доказательства? В сейфе. В каком сейфе? Ну, в нашем, домашнем. У нас там еще хранится черная бухгалтерия. А код знаешь? Да. Привет, сестренка, прорвемся. На, звони. Не бойся, это новое, я сегодня купила. Давай, звони. Алло, Алан Бэй? Алан Бэй, это Аня. Да, да, жена Самира. А у вас есть минутка? Я бы хотела с вами поговорить. Я сделала все, что могла. Тепер повинно було случитися то, що повинно случитися. Доведена до розпачу, дружина Саміра телефонує кожному з ділових партнерів чоловіка і розповідає, що Самір усіх їх дурить і краде в них гроші. Кожному вона говорить, де шукати докази. Ганна розуміє, що це єдиний реальний спосіб уберегти себе і сина від помсти чоловіка. А шлях права, на жаль, не в цій країні. Здорово. Що
происходит? Какие мы друзья? Сучка мертва, парень! Эта сучка, она, да? Она, да? Минає кілька тижнів. Самір не з'являється. Після розмови з партнерами його ніхто не бачив. Якщо міліція не знайде чоловіка, то Саміра визнають зниклим безвісти. І Ганна нарешті буде вільною. Ти сама лучша сестра в мірі. Не преувеличивай. Ну як я можу преувеличувати? Ти спасла нам з Данькою життя. Ладно, перешагнули вже. А от поїзд може уїхати без вас, Данька, де вас вже будуть ждати родителі. А какие родители? Это твои бабушка и дедушка, и они тебя очень ждут. И очень сильно любят. А тетя никак не приедет? Обязательно, малыш, приеду, обязательно. А папа к нам приедет? Нет, милый, папа уехал далеко-далеко. Но мама больше никогда в жизни не будет плакать. Поехали? Да. Поехали. 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 Сейчас мы берем сумки и едем. Я рада, что этот кошмар закончился. Здесь нет ни правых, ни виноватых. Нам обеим не повезло. Но теперь все позади, и наша жизнь налаживается. Я надеюсь, что у Ани с Даниэлем все будет хорошо. Именно в таких ситуациях ты понимаешь, что семья – это самое главное. Я очень хочу вернуться домой и поступить наконец-то в институт. Я очень хочу быть психологом или, может быть, социальным работником. Ведь в мире столько людей, которым нужна помощь. Ну что, посидели на дорожку? Посидели. Пойдем. Пойдем.